Добрый вечер. Я буду говорить в очень хорошем темпе, потому что времени у меня осталось мало, информации очень много. К сожалению, я не успела загрузить новую презентацию, но я думаю, что мы на наших старых слайдах я вам расскажу просто те акценты, на которые сделали, которые сделали люди, которые нас обучали. В первую очередь, конечно, доктор Крайчик. И когда мы были на заводе «Каквапарк», Филипп нам там показывал технологию производства наших добавок, Home Pharmacy, да. И, ребят, я вам просто хочу сказать, что мы, конечно, можем говорить о духах, о декоративной косметике, но я вам сегодня покажу, где лежат наши с вами деньги, где лежат наши с вами 25% путешествия по всему миру. Потому что то, о чем я буду рассказывать, и то, что мы увидели в Чехии, это однозначно нужно всем людям вокруг вас. У меня сегодня грустный день. Я похоронила близкого человека, это муж сестры моего мужа, человек, который ушел из жизни в 66 лет, бывший военный, очень спортивный, атлетично сложенный, но последние годы, к сожалению, болел и не смог пережить свой рак. Так вот, ребята, я вам хочу сказать, что Европа очень сильно думает в этом направлении. И у нас с вами есть возможность пользоваться такими продуктами, которые точно уменьшают риск развития страшных заболеваний. Куда ни пойдешь, везде, то аллергия, то какие-нибудь кожные проблемы, то какие-нибудь желудочно-кишечные проблемы, то все лечатся от паразитов. И я вам хочу сказать, я вас благодарю за соболезнование, но давайте мы сейчас поговорим о другом. Я как врач хочу, чтобы вы меня услышали. Когда, ребята, почки отвалились, поздно пить боржоми. Когда у нас развивается страшное заболевание, до момента, пока человек о них узнает и почувствует, проходит много лет. Никто не знает, когда это случится, поэтому лучше береженого Бог бережет. Спасибо компании Essence и европейцам, что они так серьезно относятся к своему здоровью. И они нам показали, я, конечно, давно оценила качество их продуктов, и мы их принимаем, моя структура очень любит эти продукты, как бы, потому что мы постоянно о них говорим, мои родственники все их принимают, моя семья очень любит. Но, ребята, все надо делать вовремя. Я вам хочу сейчас сделать те акценты, которые как бы вы для себя взяли бы на вооружение, и если использовать вот эти продукты так, как нам рекомендовал Михаил Ковар, просто рассказывать о них людям. Просто посадить рядом с собой человека, открыть ему сайт, показать, что он может выбрать для себя, для своего удовольствия или для своего здоровья. Помочь ему сделать первый заказ, показать, как настроена электронная почта, помочь оплатить этот первый заказ, показать, каким образом получить этот заказ. И когда человек попробует нашу продукцию, спросить его о том удовольствии, которое он получил, это создаст громадную структуру потребителей, которая принесет очень хорошие деньги за наш благородный труд. И сейчас я вам хочу, возьмите просто блокнот и ручки, делайте себе пометки, потому что то, о чем я буду говорить, важно для каждого из нас. У нас есть настоящее сокровище, продукты, которые позволяют поддерживать оптимальный, великолепный уровень здоровья. И когда доктора Крайчика спросили, как бы, что человек будет бессмертным, он сказал, нет, человек не будет бессмертным, мы все как бы под Богом ходим. Но очень важно прожить свои 100 лет в хорошем качестве жизни. При полной памяти, при хорошем зрении, при великолепных суставах, при гибких сосудах. И наши продукты великолепно позволяют это сделать. И первый продукт, о котором мы говорили, это алоэ вера. И почему именно алоэ вера? Я думаю, что те, кто попробовали, уже на себе могут рассказать, чем хорош продукт алоэ вера. У нас есть потрясающие, великолепные слайды, которые с нами поделились наши чешские партнеры. Уже частично мы их перевели там с английского языка, с чешского языка. Там большие презентации по алоэ вера, отдельная большая презентация по колоссуму, отдельная большая презентация по линейке Home Pharmacy. И я думаю, что мы по каждой из этих линеек проведем отдельные школы. Но сейчас я вам просто делаю акценты к тем продуктам, которых вы уже хорошо знаете. И я думаю, что в нашем чате сейчас больше 120 человек уже находится. И поставьте единички те люди, которые уже ввели в свой постоянный рацион продукты с алоэ вера, гель питьевой, концентрат или алоэ вера с коэнзимом Q10 в капсулах или алоэ вера с басвели. А я вам просто расскажу о них, что они делают в нашем организме. Еще Колумб в свое время назвал алоэ вера доктором в цветочном горшке. Это продукт, который известен уже тысячелетия. Его использовали для улучшения волос Клеопатра, для улучшения кожи использовали тоже в древности. Но мы с вами можем сегодня использовать этот продукт внутрь,
потому что наш алоэ вера, он абсолютно безопасен, он очищен от алоина. Это такой алкалоид, который вызывал раздражение в кишечнике, и поэтому алоэ вера раньше не всем рекомендовали. Вот наш алоэ вера совершенно безопасен, он реально содержит 99,5% живого сока алоэ вера. И вот эта технология, прочитайте про нее на сайте компании, там все подробно описано, как добывается этот сок алоэ вера. И вот это то, что позволяет в каждом доме поддерживать хорошее состояние здоровья любому человеку. Три главных фактора, три важные вещи, которые делает алоэ вера с нашим организмом. Во-первых, у нас была очень красивая фотография ворсинки кишечника, да, у нас с вами кишечник занимает много метров, а ворсинки, которые находятся точно в тонком кишечнике, помогают всасывать продукты, все, да, наши питательные вещества, вот эти ворсинки, они занимают 240 квадратных метров. Если развернуть это все, то это будет 240 квадратных метров, вот такая громадная площадь, они постоянно работают. И очень важно, чтобы эти ворсинки были чистыми, потому что это основа нашего иммунитета. Первый, скажем так, барьер, где организм защищает себя на этом уровне. И алоэ вера является очень хорошим очистителем вот этих ворсинок кишечника. Он восстанавливает регенерацию здоровых клеток, позволяет убрать все токсины, позволяет улучшить всасывающую способность этих ворсинок. Это первый громадный эффект, который делает алоэ вера в нашем организме. Выводит все токсины, я на вопросы потом отвечу, я все вопросы вижу. Выводит все токсины и восстанавливает целостность слизистой оболочки кишечника. Благодаря этому восстанавливает первый барьер иммунитета. Второе, что делает алоэ вера в организме, видите, написано, восстанавливает микроциркуляцию. Так вот, после 40 лет, к сожалению, все наши капилляры становятся уже менее эластичными. Там начинают откладываться холестериновые бляшки. И начинает нарушаться кровообращение. Начинают образовываться микротромбики, кровь становится более густая, не доходит до работающих органов. Да? И начинает у человека скакать давление, появляется варикоз, масса проблем возникает, головные боли и усталость хроническая. Так вот, алоэ вера позволяет улучшить микроциркуляцию, то есть полностью восстанавливает кровообращение в наших 150 тысяч километров капилляров в нашем организме. Много раз, 13 раз можно вокруг Земли обернуть, это если вытянуть все капилляры в тонкую ниточку. И вот представляете, когда в них нарушается проходимость, как резко начинает нарушаться здоровье, и как важно, чтобы каждый орган получал свою часть крови, как бы, для того, чтобы все нормально работало. Кого-то плохо слышно, всем плохо слышно или одному человеку? Всем нормально. Хорошо, спасибо. Так вот, смотрите, первое, что мы сделали, это мы очищаем кишечник, восстанавливаем целостность слизистой, восстанавливаем наши ворсинки. Второе, что мы делаем, это когда мы пьем на постоянной основе какой-то продукт алоэ вера, мы восстанавливаем кровоток во всех мельчайших капиллярах. Все наши 150 тысяч километров капилляров начинают прекрасно работать, везде пропускать кровь, везде пропускать кислород, а это достоверно улучшает состояние здоровья. Человек становится более активным, уходят всякие плохие запахи от тела там и изо рта, и начинает нормально работать головной мозг, сердце. И третье, что делает алоэ вера для нашего организма, это один из лучших питательных компонентов растительных соков на Земле, который обеспечивает нас питательными компонентами. Это продукт, который содержит 200 питательных ингредиентов. Очень сложно найти такой ценный по своему составу продукт, потому что то, что обычно лежит в нашем холодильнике, ничего не дает нашим клеткам. Ничего совершенно. Что бы мы ни съели, мы получаем малую толику от того, что нужно клеткам, чтобы они работали. Алоэ вера содержит 20 аминокислот из 24, которые нам нужны. Содержит все витамины и минералы. И вот именно наша алоэ вера, которая обработана методикой Тутелы, и которую использует наша компания, именно он содержит в 5 раз больше кальция и магния, чем содержат другие продукты алоэ вера. Магний – это то, что очень хорошо успокаивает нервную систему и можно тревожным детям или гипервозбудимым детям. А кальций – это то, что, дорогие мои девушки, что позволяет избежать остеопороза в старшем возрасте, что сохраняет всем людям хорошие суставы, что уменьшает риск развития гипертонии и риск развития аритмии сердца. То есть это простой питательный продукт, который позволяет поддерживать великолепное состояние здоровья. И Улин, который нам рассказывал, который является одним из лучших продавцов алоэ вера в мире,
Он нам рассказывал, что этот продукт достаточно принимать, если вы хотите ничем вообще не болеть, ну, совсем уж невозможно от всего защититься, но чтобы снизить все риски, если вы хотите просто поддерживать оптимальное состояние здоровья, и вы будете принимать только продукт Алоэ Вера, то достаточно принимать 3 бутылочки питьевого геля в месяц, и это позволит сохранить хорошее состояние здоровья. Алоэ Вера питьевой можно комбинировать с Алоэ Вера концентратом. Концентрат Алоэ Вера, помните, наш маленький пузырёчек, вот он здесь представлен, он содержит, помимо самого Алоэ Вера, экстракта Алоэ Вера, концентрат содержит еще вытяжки из крапивы двудонной, одуванчика, расторопши, то есть очень хорошо очищает печень, почки. Это те люди, которые хотят почиститься, великолепный продукт, который можно использовать, концентрат, обратите на него внимание. Вытяжка из крапивы двудонной содержит в своем составе такое интересное вещество, как нам его перевели как силикон, я пока не нашла, как это правильно сказать по-русски, как выражались чехи, да? Но я думаю, что это вещество, которое восстанавливает коллаген. И крапива двудонная очень хороша людям с хроническим заболеванием легких, бронхиальной астмой. То есть вот наш маленький экстракт алоэ вера, он будет помогать при всех этих дыхательных проблемах, людям с заболеванием печени. И он будет очень хорошо восстанавливать эластичность сосудов. Представляете, как важно это людям, которые уже сегодня имеют какие-то проблемы с сосудами, а лучше их вообще, конечно, не иметь и начинать все делать гораздо заранее. Так вот, концентрат можно принимать как продукт для очищения курсами, а питьевой гель алоэ вера можно, в принципе, принимать всегда. От 3, в среднем 15 мл, это 3 столовых ложки в день натощак, если у вас нет изжоги. Если есть изжога, то можно меньше дозы принимать после еды, пока все восстановится, потому что как только восстановится слизистая желудка и кишечника, сразу уйдет изжога и сразу станет гораздо лучше. И тогда можно будет принимать этот продукт натощак. Людям, которые хотят провести детоксикацию организма, очищение организма, мы сейчас проговорим про другие добавочки, ну вот наш концентрат в этом плане тоже работает великолепно. Его надо принимать по пол кофейной ложечки 2 раза в день. А если вы будете скомбинировать концентрат, например, и питьевой гель алоэ вера, достаточно пить 1 баночку концентрата в месяц. Если большой вес, то 1,5 баночки концентрата в месяц, 2-3 бутылочки питьевого геля алоэ вера, и можно больше не принимать никаких продуктов, это будет великолепное состояние здоровья. И по поводу алоэ вера я бы еще хотела сказать, что курильщикам лучше заказывать для себя алоэ вера с витамином С. Вы знаете, что у нас питьевых концентратов 2, да? А людям, у которых есть проблемы с сосудами, можно заказывать алоэ вера с виноградом. И почему для курильщиков с витамином С? Потому что у них он практически, витамин С не усваивается, это очень сильно подрывает здоровье. И вот если вы чувствуете усталость в ногах, если вы чувствуете какие-то проблемы с сердцем, если у вас появилась одышка, начинайте пить алоэ вера, посмотрите, как улучшится ваше состояние через какое-то время. У нас есть 2 добавочки в капсулах, алоэ вера с коэнзимом Q10 и алоэ вера с басфелией. Басфелия – это продукт, который очень хорошо снимает всевозможные воспаления. Это продукт, который будет снимать боли при менструациях у девочек. Это продукт, который будет снимать суставные боли при всяких ревматоидных артритах и реактивных артритах. Это продукт, который очень хорошо снимает всевозможные мышечные боли и защищает суставы. И показывает людям, у которых есть такие серьезные заболевания, как бронхиальная астма и язвенный колит, например. Курс алоэ вера с басфелией четко 3 месяца, потом можно делать перерыв, еще раз повторять. А алоэ вера питьевой и алоэ вера концентрат, можно, особенно алоэ вера питьевой, можно принимать практически постоянно. Алоэ вера с коэнзимом Q10 показан всем людям, у которых есть проблемы, которые просто хотят чувствовать себя энергично, раз. Второе, всем людям после 40 лет для профилактики его периодически можно пить, потому что коэнзим Q10 у нас с возрастом вырабатывается все меньше и меньше. А это кофермент, который в каждой клеточке обеспечивает дыхательный цикл. С коэнзимом Q10 очень хорошо способствует снижению веса. И я дальше об этом обязательно скажу. Посмотрите внимательно на этот продукт. Это то, что если вы любите своих родителей, если вы любите своих мужей, если вы любите себя и своих детей, это то, что надо иметь у себя дома, продукт постоянного питания. Продукт, который продлевает молодость, защищает рака, обеспечивает великолепное заживление при язвенной болезни, желудка 12-перстной кишки, при всевозможных эрозивных и язвенных колитах очень хорошо улучшает состояние кожи и общее самочувствие организма. Его можно принимать детям, начиная с возраста 6 месяцев, когда можно вводить фруктовые соки.
все начинать с маленькой дозы, особенно если у человека есть какие-то хронические серьезные проблемы, все начинаем всегда с малых доз, потом доводим до средней 3 столовых ложки для взрослого в день. Для ребеночка достаточно там 1-2 чайных ложки в день, смотря какой возраст ребенка. При хроническом панкреатите эти продукты принимать можно, только после еды начинать с маленьких доз. И для беременных доктор Крайчик нам ничего не рекомендовал, он сказал, что это могут рекомендовать только врачи, но как бы в интернете я перерыла всю информацию, посмотрела, никаких противопоказаний по поводу алоэ вера у беременных нет, особенно питьевого геля алоэ вера и кормящим тоже. Я думаю, что отзывов очень много, отзывов положительных, по крайней мере, эти продукты. Мы его не можем официально рекомендовать, потому что для беременных и кормящих продуктов должны пройти специальное тестирование. Но если вы поищете в интернете, очень много мамочек принимали всевозможные продукты алоэ вера, отзываются очень хорошо. В небольшом количестве даже доктор Крачев сказал, что его, например, если бы у меня была беременная дочка или кормящая дочка, я бы ей такой продукт обязательно дала. При высоком инсулине, спасибо, Светлана, что вы спросили, этот продукт реально снижает уровень глюкозы в крови при постоянном применении. Тем более, особенно вот таким людям, так как алоэ вера с виноградом для них будет сладкий, для них можно алоэ вера в капсулах любой с энзимом Q10, потому что у больных с сахарным диабетом нарушен энергетический обмен, этот продукт будет очень хорошо, и очень хорошо будет концентрат. Будет прекрасно защищать от осложнений. Сахарный диабет уже никуда не денется, но он страшен своими осложнениями. При гемофилии детям давать можно, это не вылечит заболевание, потому что никак с этим не связано, это нехватка фактора. А общее состояние, конечно, улучшит. Про седалищный нерв выйдите отдельно ко мне в чат, я вам расскажу. Давайте мы по общему, потому что мы сейчас говорим о том, что поможет вам сделать хороший товарооборот, стабильный товарооборот, привести много людей в компанию как постоянных потребителей, и люди будут вам благодарны, потому что избегнут громадного количества проблем, состояния здоровья значительно улучшится. Очень хорошо действует на иммунитет сочетание любого продукта алоэ вера с колострумом. Колострум вы можете принимать в капсулах или наш йогурт вечером, вечерний йогурт. И про него доктор Крайчик сказал, что это удивительный вообще продукт. Но мы с вами тоже сами знаем, насколько удивительный продукт наш колострум. Особенно наш питьевой йогурт, его очень сильно любит наш президент. И я думаю, все, кто его пробовали, тоже очень сильно его любят. И про колострум можно рассказать отдельно большую лекцию, но я вам хочу сказать, обратите на него внимание, потому что на самом деле это первый продукт, который получает каждое млекопитающее на Земле, и это продукт, который великолепно, по нему потрясающая лекция подготовлена нашими чешскими партнерами, мы ее обязательно проведем, когда переведем все слайды. Но колострум – это один из основных продуктов, которые улучшают состояние иммунитета, регулируют наш иммунитет. И слом иммунитета – это такие заболевания, как сердечно-сосудистые, все аллергии, частые инфекции. Рак – это все состояние, когда иммунитет как бы дефектный. И вот колострум – это продукт, который позволяет поддерживать нормальный иммунитет. Сам по себе является мощнейшим антибактериальным и вирусным, противовирусным продуктом. То есть убивает инфекции и вирусы. Если человек заболевает, это продукт, который надо всегда иметь дома. И если вы или ваш ребенок заболевает, можно выпить сразу взрослому 4 капсулы в один прием утром и 4 капсулы вечером, инфекция оборвется. Ребенку, соответственно, уменьшаем дозировочку. Это продукт, который улучшает выносливость у спортсменов, улучшает рост мышечной массы на 20%, улучшает скорость восстановления после нагрузок. То есть если ваши дети занимаются, у них это уникальный совершенно продукт. Он позволит им не уставать, гораздо лучше развиваться. Это продукт, который четко действует как продукт антистарения, потому что он улучшает клеточную репродукцию. Он содержит 86 факторов роста, которые, к сожалению, у пожилых людей, у людей старше 60 лет уже вообще не вырабатываются. Если вы хотите продлить свою молодость, начинайте принимать этот продукт раньше, потому что он будет поддерживать нормальный уровень факторов роста в организме, и это позволит точно замедлить процессы старения. Вот такие вот у нас с вами продукты в руках, которые позволяют великолепно поддерживать состояние здоровья. Я обязательно расскажу про лактоферин, потому что лактоферин – это одна из составляющих колострума, мы его выделили отдельно. Это очень интересный продукт, и мы им сегодня закончим. Колострум можно давать деткам с маленького возраста, тоже 6 месяцев, если они переносят молоко. Причем
можно открывать капсулу, высыпать ее в еду. Единственное, что дозировать, начинать с полкапсулы, если ребеночек маленький. И очень хорошо обратите внимание на наш йогурт, потому что это потрясающая вещь. И я не знаю, сколько людей здесь, которые сидят сейчас у экранов наших, есть дома эти вот удивительные йогуртницы и наши заквасочки, но те люди, которые поучаствовали в акции, получили их себе в подарок, находятся сейчас в состоянии эйфории, потому что они наконец-то попробовали наш великолепный, густой, вкуснейший йогурт, который, обратите внимание, при постоянном применении, особенно если в сочетании с алоэ вера, утром мы пьем алоэ вера, вечером мы съедаем свой йогурт, дает великолепную санацию желудочно-кишечного тракта, восстанавливается полностью бактериальная нормальная флора, которая дает потом эффект улучшения состояния здоровья, уходит полностью усталость, уходит метеоризм, все проявления всяких разных хронических панкреатитов. Никогда не будет ко мне, если они еще не успели случиться. Это продукты, которые улучшают вместе в комплексе состояние полностью здоровья суставов, потому что наш йогурт позволяет улучшать всасываемость кальция. А вы уже слышали, что наш алоэ в 5 раз содержит больше кальция, чем другие подобные продукты. Так вот, женщины старше 40 лет, которые уже имеют проблемы, будущий остеопороз, употребляя эти продукты, будут иметь очень крепкие кости, здоровую кожу, великолепное настроение всегда и гораздо меньше проблем с суставами. Детки вообще перестают болеть. И это живой продукт у вас дома. Это полностью живой продукт. Когда нам его доктор Хайчик показывал, он прямо говорил, живые бактерии, это живой продукт, откройте его, прям живой. И на самом деле мы с вами едим практически всегда мертвую еду. Я вам советую есть живую еду, она действительно дарит жизнь. Прочитайте внимательно, что делает наш колострум йогурт, и я думаю, что вы, если вы его еще не полюбили, то полюбите так же, как и те люди, которые его уже едят. И мы переходим, и по части гинекологии сразу отвечаю параллельно, да, все, что снимает воспаление, все, что поддерживает нормальную микрофлору, все оздоравливает гинекологию в первую очередь, потому что женщины начинают болеть снизу, и все наши эндокринные органы начинают тоже страдать снизу, поэтому поддерживайте нормально, я сейчас еще расскажу про очень интересный продукт клинцы, потом про лактоферин. Поддерживайте нормальное состояние бактерий в своем организме, равновесие, и не будет никаких инфекций, а не будет инфекций, не будет никаких миом, кист и всего прочего. И я перехожу к линейке Home. Кстати, о продуктах алоэ вера, у меня нет на них картинок, но я бы вам хотела сказать, на них тоже очень заостряли внимание. У нас два потрясающих, у нас все продукты потрясающие, но то, что я взяла для себя в дом в обязательном порядке, это зубная паста с алоэ вера, которая содержит 50% алоэ вера, не содержит фтора, что очень важно для детей, потому что сегодня точно установлено, что избыток фтора мозговые функции влияет на остеопороза, вызывает массу всяких негативных влияний на организм. Так вот, если вы любите своих детей, положите эту пасту дома, советуйте ее обязательно всем, потому что это достоверно убирает зубной камень, уменьшит посещение стоматологов и плюс еще даст хорошие крепкие кости и дает великолепный освежающий эффект в полости рта, который лучше всякой жевательной резинки. В Европе очень популярна зубная паста, они поэтому будут расширять линейку ухода за полостью рта. У европейцев очень хорошие зубы, поэтому для них это актуально. Но я думаю, что это один из тех продуктов, который позволит нам сделать большой товарооборот, если полюбить его, иметь его дома и носить его в сумочке для того, чтобы показывать людям. Потому что когда я прекрасно знаю эту пасту, есть у меня дома, но когда нам на презентации Ули показал, как он продает продукты с алоэ вера, и когда он нам дал попробовать зубную пасту, на руку всем по горошинке, да? Этот вот эффект освежения во рту, он просто вот, ну, настолько незабываемый, что человек не сможет отказаться, чтобы не купить такую зубную пасту. И второй продукт, который нужно иметь у себя дома, это, конечно, наш спрей, софт-спрей, алоэ вера. У него не очень хороший перевод и не очень хорошая на русском языке аннотация, да? Но, к сожалению, у нас в стране трудно сертифицировать продукты. Если это продукты для здоровья, их обычно заставляют продавать в аптеках. Что-то там придумают для того, чтобы надпись была более интересная. Пока там написано, что его нужно брызгать там в подмышечной области. На самом деле софт-спрей можно брызгать кругом. Он очень хорошо будет работать, как домашняя аптечка в семье, где есть дети. Его можно даже побрызгать на ватной трубочке, вставить ребенку в ухо, когда болит ухо, он прекрасно снимает воспаление. Его можно побрызгать на любые воспаленные участки, на диатез у ребенка,
на любой ожог, на любую травму. Не надо ребенка мучить зеленкой, побрызгать его спреем, софт-спреем. Носить его в сумке. Заболело горло, где-то была инфекция. Просто освежить лицо. Это будет всегда молодая кожа. Софт-спрей – это продукт, который продает себя сам. Это продукт, который позволяет очень хорошо поддерживать свое состояние здоровья, хорошее самочувствие, защищать себя от нашествия всяких патогенных микроорганизмов. И я перехожу к линейке Home Pharmacy. Это то, что производится на предприятии, где мы были. Хотела быстро сказать, да, Адвафарм. И нам его представлял Филипп, тоже интересный очень человек, разработчик. Показывали, как все это делается. Так вот, эта домашняя медицина оказалась уникальной вообще линейкой. Во-первых, эти продукты не содержат ни глютена, ни лактозы. Их можно людям со всякими разными проблемами принимать. И это важно. И, во-вторых, они сделаны по очень интересной технологии микроионизации, когда частицы лекарственного вещества, лекарственных трав измельчены до такого уровня, что малая доза очень хорошо всасывается, оказывает очень хороший эффект на организм. То есть малыми дозами делается большое дело. И в-третьих, во все эти продукты добавлены вытяжки из горького перца, которые позволяют ингибировать ферменты для того, чтобы препарат полностью всосался на короткий срок, да, происходит ингибиция, угнетение фермента, препарат полностью всасывается за это время и оказывает очень хороший эффект как раз в тот момент, когда он больше всего нужен организму. И вот у нас три продукта, которые мы с вами знаем хорошо. Это первый продукт. Сейчас я не хочу начинать. Первый продукт, который нам показали и который на заводе Кадвафарм представили как базовый продукт этой линейки, мы его немножко недооценивали, я вот бы хотела акцентировать ваше внимание, это продукт, который называется Флоэн. Мы его как бы воспринимали по аннотации как продукт, который показан людям с варикозным расширением вен или с геморроем. Да? Это люди, у которых есть тяжесть в ногах или там сосудистые звездочки, или уже есть избитые тяжи варикозных вен. И этот продукт реально улучшает это состояние. Но его представили как базовый продукт, который нужен всем людям, у которых есть проблемы с кровообращением. То есть гипертоникам, людям, у которых есть проблемы с сердцем, людям, у которых, возможно, есть угроза по инсульту или инфаркту. Это продукт, который очень показан людям, ведущим сидящий образ жизни. Особенно старше 40 лет, когда уже четко нарушена микроциркуляция, эти люди не пили алоэ вера и мало двигаются. Вот этот продукт может спасти от внезапной смерти. То есть этот продукт рекомендуется принимать как базовый препарат всем людям, у которых есть угроза сердечно-сосудистых катастроф. И его надо принимать по одной капсуле. В вечернее время он принимается по 1-2 капсулы в зависимости от веса. Почему вечернее время? Потому что в вечернее время наша кровь становится очень густой. И очень часто тромбоз случается ночью. И этот продукт можно принимать на постоянной основе. Но особенно его надо иметь дома. В каких случаях? Если вы реально едете в какую-то дальнюю дорогу или летите в самолете, когда тоже высокий риск тромбоза, вот этот продукт реально улучшит значительно состояние здоровья. Также он показан, как я и говорила, при варикозе и геморрое. Максимально его можно принимать до 5 таблеток в сутки, если какие-то большие проблемы, тромбоз, например. Ну, не тромбоз, конечно, тромбоз – это хирургическая проблема. А если случается тромбофлебит, например. И этот продукт очень важен тоже в домашней аптечке, особенно людям, у которых вот есть такие вот сердечно-сосудистые проблемы. И я его принимала, когда мы летели, перелет у нас был достаточно сложный. Да, мы летели через Турцию, вот, и как бы долго приходилось сидеть. Вот прекрасный продукт, который снижает угрозу всяких разных сосудистых осложнений. Реально, если вы будете про него рассказывать людям, вы спасете очень много жизней. Спрей у лежачих больных будет, Ольга, отвечая сразу на вопросы, будет реально помогать, правильно обрабатывать, да, сначала перекись, потом подсушили, потом спрей, великолепно заживляет раны и плюс внутрь человеку алоэ вера питьевой. Как вам понравился продукт Flow-N? Продукт, который очень нужен нашим возрастным папам и мамам. Нужен нам, если нам уже больше 40 лет. И нужен всем людям, которые много сидят, в том числе и у компьютера. Берегите наших мужчин, берегите себя. Следующий продукт, на котором я бы хотела остановиться, это тоже великолепный продукт из этой линейки. Продукт, с которым мы знакомы,
Это у меня, к сожалению, от картинки. Это продукт, на котором нарисован мужчина, который держится за голову. Head S. Продукт, который помогает людям с головными болями. Мы его опробовали прямо на месте в Чехии, потому что сначала у Галины Курганской заболела голова, потом у меня заболела голова. Через 10 ровно минут головная боль снимается. Мы задали вопрос. При мигрени не всегда он бывает эффективен. На самом деле, если человек поймал свою мигрень в момент, когда только была аура, когда предвестники были мигрени, или когда только-только зародилась головная боль, можно принять до 3 таблеток одну за одной продукта ХДС, и эта головная боль оборвется. Если человек при мигрени, настоящей мигрени, начинает принимать, когда уже мигрень разыгралась, тогда продукт не помогает. ХДС показан всем нашим студентам, сейчас они будут сдавать, у кого есть детки, которые будут сдавать сессию, потому что он дает очень хорошее внимание, концентрация, настроение. Будут ваши детки поступать, будут ваши знакомые, у всех есть знакомые, у которых есть дети, которые будут поступать. Пожалуйста, великолепный продукт ХДС. Показан очень нашим возрастным родителям и людям, у которых есть какие-то психические проблемы, потому что, ну, я имею в виду угнетение настроения, потому что он очень хорошо улучшает настроение. Как вам продукт ХДС? Можете его попробовать на себе. Я думаю, что многие люди его уже на себе пробовали и могут поделиться, сказать, какой эффект они от этого получили. Следующий продукт, на котором я бы хотела остановиться, успеваете не очень быстро. Очень интересный продукт. Очень интересный продукт, который называется Клинс. Это уже из новых продуктов. Продукт, который надо принимать практически каждому человеку, потому что 4 из 5 человек живут с паразитами. Причем к паразитам относятся не только те черви, которых мы себе представляем, но это и грибы патогенные, всякие патогенные мыши, которые населяют наш организм, как нам показывал картинку, да, что человек сначала рождается, младенец рождается совершенно стерильный, но с возрастом, сталкиваясь со все большим количеством, скажем, внешних обитателей, у нас в организме начинает жить все больше и больше гостей. Так вот, продукт Клинс помогает привести их в состояние равновесия, то есть снизить нагрузку паразитами на безопасный уровень. Совсем мы от них, наверное, никогда не сможем избавиться. Это невозможно, когда живешь в живой природе. Но так, чтобы они не вредили организму, этот продукт помогает избавиться от паразитов, снизить их уровень до безопасного состояния. И принимать этот продукт можно двумя способами. Первый способ – это 2 раза в год проводить такую хорошую глубокую очистку. 1-3 месяца, 3-4 дня принимать по 3 таблеточки, можно даже по 4 таблеточки, если вот большой вес, плюс запивать достаточным количеством воды, не меньше 30 мл на килограмм веса. И как только прошли вот эту интенсивную очистку 3-4 дня, потом переходим на 1-2 таблетки в день, и это делается 1-3 месяца, смотря какие были проблемы. Даже если человек себя ощущал хорошо и как бы, ну, не думал, что у него есть какие-то паразиты, проведя вот такую очистку, начинает себя чувствовать намного лучше. Появляется бодрость, энергия, совершенно другого цвета становится кожа. И это продукт, который можно деткам, только деткам надо начинать с полтаблеточки. И его можно, как написано, это первый способ, как я сказала, глубокой очистки, 2 раза в год, лучше осенью и весной. И можно его принимать на постоянной основе, 2-3 месяца принимать, месяц сделать перерыв по одной капсулке, по одной таблеточке в день, и потом опять принимать 2-3 месяца. Вот таким образом. У него очень хороший состав, он тоже помогает заживлять слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта. И это продукт, который реально меняет состояние здоровья. При серьезных проблемах его очень хорошо будет дополнять продукт лактоферриновый, который активно борется с вирусами, бактериями, грибами и различными перерожденными клетками. Ну вот, как бы, если говорить о базовых продуктах, то вот, пожалуйста, все, кто хочет поддерживать себя в нормальном состоянии, питьевой алоэ вера и продукт Клинс для здоровых людей – уникальная возможность поддерживать свой организм в хорошем, здоровом состоянии. Следующий продукт, о котором бы я хотела сказать, и тема, которая очень актуальна для многих людей, вот такая тема. Ура, скоро лето, все мы хотим похудеть. Я уже видела в нашем чате, где отзывы по продукции. С
спрашивали, насколько эффективен наш продукт SlimSS. Про него мы тоже говорили. Это уникальный продукт. Он реально снижает, утилизирует жир в организме, уменьшает калории съеденной пищи. Но это продукт, который начинает работать при некоторых условиях. То есть, если просто вести прежний образ жизни, но если человек уже имеет определенный вес, значит, он ведет определенный образ жизни. Он привык мало двигаться, много есть, мало пить воды, редко есть, это однозначно, можно сразу сказать. Так вот, продукт SlimSS подразумевает под собой изменения как бы своей жизни, он просто помогает легко перейти к другим привычкам. Но я бы рекомендовала начинать не с этого продукта, если вы реально хотите снизить вес, а вот оптимальное начало. Сначала вывести токсины, потому что жир накапливает токсины, и запустить энергетический обмен. То есть, если мы говорим о коррекции веса, начинать надо вот с этой схемы. Алоэ вера с коэнзимом Q10, 2 капсулы в день, с большим количеством воды, и концентрат алоэ вера. Одномоментно принимается 1-2 месяца, потом остается какой-то один из продуктов алоэ вера. Ну, вы видели, чтобы иметь нормальное здоровье, надо пить питьевой алоэ вера, плюс добавлять себе концентрат алоэ вера, и плюс тогда уже добавлять капсулы SlimSS, и тогда будет великолепное снижение веса. На 20% увеличиваем физическую нагрузку. Я лично принимаю продукт SlimSS перед тем, как начинаю ходьбу, свою скандинавскую ходьбу. За 30 минут его надо принимать перед обедом и перед ужином, но я его принимаю с утра за 30 минут перед завтраком и сразу начинаю, как бы двигаюсь на улицу для того, чтобы сжигать реально жиры. Очень интересный продукт, правда работает. И как бы всем сказала, что этот продукт опробую на себе и более подробно доложу прямо в размерах. Великолепный продукт, особенно вместе с алоэ вера. И мы с вами не остановились еще на двух интересных наших новых продуктах, которые тоже, я думаю, что вы сами попробуете, и у вас их попробует большое количество людей. Продукт S-Sleep. Продукт, который сделан для улучшения качества сна. Про этот продукт нам тоже очень подробно рассказали и показали. Это продукт, который улучшит именно определенную фазу сна, которая называется REMI. Это фаза глубокого сна. Она очень короткая, но очень большое количество людей ее не испытывает никогда. И человек вроде бы спит 8 часов, но просыпается разбитый, не отдохнувший. А если он спит, у него есть фаза глубокого сна, она длится буквально несколько минут. Он просыпается отдохнувший, великолепный, вообще не уставший, в хорошем настроении. Так вот, S-Sleep – это продукт, который как раз меняет качество сна. И его очень хорошо брать с собой в поездку людям, которые плохо спят на незнакомом месте. Он помогает уснуть на незнакомом месте, вот такой великолепный продукт. 95% людей когда-либо страдали проблемами сна. Поэтому представляете, какой широкий рынок потребителей у нас есть, если правильно рассказать про эти продукты. И вот такой, если вам нужен такой хороший, глубокий сон, хотите отдохнуть, пожалуйста, можно именно качество сна, до 3 таблеток этого продукта можно принимать, но только не в момент, когда надо будет вести машину или делать какую-то работу, связанную с концентрацией внимания. Практически все продукты из линейки Home Pharmacy несовместимы с алкоголем. Поэтому, когда принимаются эти продукты, Cleanse, например, Sleep и другие продукты, Heart, мы сейчас будем говорить про мужской продукт, желательно не принимать алкоголь, они несовместимы с алкоголем. И я хочу остановиться на последнем продукте. Очень интересном продукте, это тоже новинка. Продукт называется Hardware. Это продукт для мужчин, которые страдают от эректильной дисфункции. На этот продукт нам тоже обратили внимание, почему обратили внимание. Потому что этот продукт на самом деле хорошо работает у мужчин более старшего возраста, у мужчин старше 40 лет, у тех, у которых эректильная дисфункция связана с нарушением сосудистого тонуса. У них этот продукт работает великолепно. Его единственное, нельзя совмещать с алкоголем, и нельзя людям, у которых высокое давление или большие сердечно-сосудистые проблемы. Всем остальным людям, у которых контролируется давление, у которых нет тяжелой стенокардии, мужчинам его принимать можно. За полчаса до предполагаемого полового акта он улучшает качество секса. Я думаю, что это очень востребованный продукт, потому что сегодня в мире большая проблема для мужчин в этом плане. И он будет хорошо работать реально именно у мужчин, у которых есть физические проблемы, да, нарушения, вот то, что я сказала, сосудистые нарушения, но не тех у людей, у которых эректильная дисфункция связана с психическим состоянием или с психологическим состоянием.
Вот его главное правильно рассказать, что за продукт. И запомнить, его нельзя людям, которые употребили алкоголь, или нельзя, и также нельзя людям, у которых давление выше 170/100, или есть какая-то серьезная проблема с сердцем. Это продукт, который повышает давление в венах и как бы может повысить давление, если у людей серьезная тяжелая гипертония, в других случаях давление не повысит. Я рассказала сейчас про те продукты, которые мы с вами хорошо знали. К сожалению, не нашла слайды по продукту лактоферин. Это очень интересный продукт. Уже был вопрос, да, что за продукт, рассказать про него. Это таблеточки. Я думаю, что если вы читали по эколотру и слушали мои лекции, вы знаете, что лактоферин входит в его состав. И это такой белковая составляющая, которая обладает потрясающим совершенно эффектом. По лактоферину очень много исследований, его многие компании сейчас выпускают. Действительно уникальный продукт, но в компании Essence, он улучшен тем, что в него добавлены, в саму продукт добавлен йод этилен, которые помогают как бы стабилизировать эту таблетку, улучшают ее терапевтические свойства, очень хорошо воздействуют на иммунную систему, защищают клетки от антиоксидантов и влияют на метаболизм, защищают щитовидную железу. Продукт показан всем людям с проблемами щитовидной железы. И это продукт, который очень важен при проблемах желудочно-кишечного тракта. Это продукт, который будет помогать при вирусных гепатитах, при всевозможных вирусных диареях, при эрозивных язвенном колите, при болезни Крона, при непереносимости продуктов, когда у людей возникает жидкий стул, при целиакии. Очень хорошо будет работать во время простуды и гриппа, особенно у тех людей, которые не могут прививаться. Есть такие люди или есть родители, которые не прививают детей сознательно, их надо как-то защищать от инфекции. Вот это продукт, который будет работать в этом плане. И это продукт, который очень хорошо защищает от рака. Его можно принимать на постоянной основе одну капсулку в день. При серьезных проблемах до 5 капсул в день. Это продукт, который продлевает молодость и защищает организм от серьезных всевозможных проблем. Вот такой вот продукт. Он у нас появится, я тоже думаю, в сентябре. Потому что его надо сертифицировать. И я думаю, что он будет одним из востребованнейших продуктов. Вокруг нас очень много людей с такими проблемами. И мне очень понравилась линеечка SunCare, да, защита от солнца. Она сделана уникально на основе алоэ вера. Я думаю, что мы ее тоже очень сильно полюбим. Жалко, что пока пройдет сертификация, наше лето пройдет. Грамотно очень сделана линейка. Есть таблеточки, которые готовят к восприятию солнца. Есть гель, который нужно нанести до нанесения солнцезащитных кремов. Этот гель помогает защитить кожу от аллергических реакций. Он очень интересно сделан. Как бы сам гель содержит гель защищает кожу от аллергии и от кожных заболеваний, защищает от старения кожи в результате воздействия солнечного излучения. Вот сначала на кожу наносится гель. Потом через 15 минут наносятся кремы для загара защитой 50-30. Кремы размещены в стеклянных жемчужинках, которые контактируют, вернее, благодаря которым это средство само не контактирует непосредственно с кожей и препятствует возникновению аллергических реакций. И как бы вот это все, таблетки, которые начинают пить за 3 дня до выхода на солнце, и вот эти крема и гели, они помогают иметь очень хороший, ровный, глубокий загар, без всякого ожога, без лишнего ультрафиолетового излучения, без пигментации. Загар, который будет долго держаться, и организм от этого не будет страдать. Вот, и плюс еще молочко питательное, которое наносится после того, как человек уже пришел домой, принял душ, для того, чтобы выпитать кожу. Все это сделано на основе алоэ веры. Вот такая удивительная линейка. Все. Я закончила. Вы можете быстро написать вопросы, я отвечу на них. Но хочу сказать, что смотрите внимательно наши анонсы. Мы сейчас переведем все презентации по продукции. Там очень подробно много чего интересного рассказано. И обязательно по каждой линейке поговорим подробно. Все по хранению алоэ веры. Его можно хранить при комнатной температуре. Но сейчас начинается лето, поэтому открытые пузыречек можно хранить на дверце холодильника, не морозит. Желаю вам всем здоровья, спасибо за внимание. Вижу, что вопросы в основном мы все осветили, поэтому еще раз прочитайте, посмотрите эти продукты,
Просто берите человека за руку, сажайте его, подбирайте ему то, что надо, показывайте, что он может для себя купить. Регистрируйте, как нас научил Михаил Ковар, глава компании, сказал, не выдумывайте велосипед, делайте простые вещи. Покажите большому количеству людей, какие великолепные продукты они могут покупать для себя на постоянной основе. Помогите им сделать первый заказ, помогите им оплатить этот заказ, покажите путь, как получить, покажите, где он будет получать новую информацию, и все, у вас стабильный товарооборот. А уже работайте только с теми людьми, которые хотят делать бизнес. Отвечаю быстро на вопросы. По варикозному расширению вен крупному до 5 таблеток в день помогает, потом переходить можно на одну и две. Если у вас на флаконе ничего, так кроме на английском не написано, можно получить все, прочитать у нас на сайте. Не всегда офис успевает клеить этикетки на русском языке. При лямблях, пожалуйста, там надо проходить серьезное лечение, но клинс обязательно принимать. Он улучшит состояние и как бы... Вот Нина помогает мне отвечать на вопросы, спасибо большое. Видите, да, видите ссылочку, где можно прочитать ответы на все наши вопросы по БАДу. Великолепно, кстати, в компании представлено у каждого в кабинете в разделе «Вопросы». Амина, ваши люди будут верить, если они будут видеть, что вы это сами употребляете и себя прекрасно чувствуете. Детям можно давать с 2 лет по полтаблеточки. При вирусе Эпштейн-Барра тоже поможет сочетание алоэ вера и лактоферина. Или алоэ вера и колостома пока можно начинать. Да, Женевьева, с вами согласна, кожу нам действительно надо защищать в течение года, особенно в южных регионах, потому что у нас у всех высокий риск развития рака кожи. Ну все, спасибо вам большое. Если кому-то нужна индивидуальная консультация, пожалуйста, обращайтесь ко мне, в чате у нас есть чат, отзывы, вопросы, да, и меня всегда можно найти в скайпе, вы все уже знаете мой скайп. Спасибо большое всем, до свидания. Ребята, мы работаем с вами в такой компании, которая очень много лет не видела в сетевом маркетинге. Я никогда не видела, чтобы бизнес был настолько комфортным. Желаю вам всем не терять свое время, реально строить большие потребительские структуры, искать серьезных партнеров и зарабатывать хорошие деньги. Покупать себе хорошие продукты, быть здоровыми, путешествовать по всему миру. До свидания.